Приветствую вас, Екатерина. Я не буду читать ваши предыдущие вопросы. Вот. Как я понял из ответа коллеги, они у вас были. Вот. Ну, давайте мы с вами скажем, ну, скажем так, решим, что если вы задаете вопрос другой, да, вот, как бы, ну, поверх вот того вопроса, который вы задавали раньше, то, значит, тот предыдущий вопрос вы уже решили, как минимум, либо он для вас не актуален. Вот. Значит, вы не описываете, в общем-то, никаких причин, почему вы отклонились, потом почему вы перестали общаться с людьми, почему вы отдалились. Но это есть причины и некие, вероятно, травмирующие вас моменты есть, некие, вероятно, травмирующие факторы есть, вот, которые как раз таки повлекли за собой то, что вы стали вести себя по отношению к коллективу подобным образом, да, довольно таким настороженным, да, вот, и, соответственно, ну, есть вещи, которые вас травмируют, и вы защищаетесь в данном случае, защита вполне нормально, в данном случае защита вполне естественно, стандартно, было бы странно, если бы вы не защищались, на мой взгляд. Поэтому защита тут вполне себе приемлема. Вот. Но другой вопрос заключается в том, это то, что непонятно из вашего текста, что вы хотите с этим делать, вот, и будете ли вы с этим что-то делать, понимаете, какая штука, потому что, ну да, отстранились, да, есть проблема социализации, да, все это есть, понятно, а дальше-то что? Что дальше вы будете делать? Не очень понятно. То есть можно работать с, например, вашими трудностями в уверенности в себе. Да, можно работать с тем, что вас, к примеру, опять же, задевает. Да? Вот. Можно на это смотреть. Можно со страхами работать, если они есть, конечно, у вас. То есть вариантов, в общем, много, и было бы желание, да, было бы желание работать, а выправлять в данном случае проблемы, ну, у вас, очевидно, есть, и их нужно решать, это факт, ну, практически безусловно. Вот. Надеюсь, вы не будете опять же с этим спорить. Вот. Поэтому как-то так. Вот. То есть и причины, и как с этим справиться, все это можно на консультации Екатерины выяснить и проработать.
Вот. А только вот единственное, что меня смущает ваш подход в какой-то степени, потому что, ну, что такое справиться? Вот что такое справиться? А вот справиться это подавить, убрать. А мне кажется, это не совсем корректно. Вот. Мне кажется, что это не совсем, ну я бы даже вот так сказал, не совсем гуманно по отношению к себе, к вам. Понятно, такая штука. Вот. И вы, в общем и целом, вольны. Вы, в общем и целом, вольны. А это исправить, вот. Если хочется вам, конечно, это исправлять. Вот. Такая вот, такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я надеюсь, что вы возьмете для себя что-то полезное, исходя из вот того, что я сказал. Вот. Я вам желаю удачи, я желаю вам, наверное, найти себя, найти то, что вас волнует, трогает, беспокоит, вот, и с этими моментами поработать. Такой вот в данном случае ответ, я думаю. Удачи вам, всего самого доброго. Будем на связи и обращайтесь к специалисту, если вам понадобится помощь.